Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана, и сегодня... Это моя собака Лёля. И сегодня я вам сниму видео... Извините, у меня камера шатается, потому что я на кровати, и не очень удобно. И, в общем, я сегодня запишу видео для вас, сколько у меня выходит денег в месяц на каждое мое животное. То есть на Лёлю, на Мишу, на мою шиншиллу Шустрика и на рыбок. Так, давайте мы начнем. Смотрите, сначала давайте мы начнем с Лёли. Так... Где калькулятор? Смотрите, Лёля у нас есть натуральная еда, а не корм. И почему-то в особенности есть ветчину. Ветчина хорошая, сразу говорю, она правда хорошая, стоит, ну, дорогая, нормальная. Стоит 350 рублей. И где-то 2 палки колбасы хватает на месяц. В особенности мы даем ей, бывает, там какие-нибудь огурцы, там курицу, что вот мы едим, там, к примеру, какое-нибудь мясо, мы ей даем, накладываем в миску. Вот. Но чаще всего она ест ветчину, поэтому я буду считать как ветчину. То есть мы 350... Плюс 350. 700 рублей. Так, еще плюс то, что мы покупаем ей лакомство где-то раз в месяц. Можно 2 месяца нам хватает, но вот если я посчитаю с лакомствами, то раз в месяц нам уходит на, сейчас скажу, на лакомство именно легкое говяжье. Большая пачка. У меня она там стоит, кто смотрел трансляцию вчера, ну посмотрите, там есть. Вот, где-то она стоит 650 рублей. То есть мы плюс 650 рублей. 1350 уже, то есть на Лёлю где-то. И еще плюс пеленки. Пеленки, это если ей менять раз-два дня. Это смотря как она сходит в туалет, но чаще всего это раз-два дня. И пеленки мы покупаем где-то по 114 рублей 10 штук. То есть мы покупаем на месяц где-то, наверное, 3 пачки. У нас уходит, ну может давайте 3,5. То есть мы... давайте сейчас посчитаем, знаете как. Мы считаем 100... Так, стоп. У нас было 1350... Плюс 114, плюс 114, и разделим на 2, сколько будет? 57, плюс 57 рублей. Равняется 1635 рублей, выходит на Лёлю. Так, сейчас я еще подумаю, то есть сейчас давайте мы запишем, я запишу к себе на блокнотик. Сколько у меня уходит на Лёлю. Давайте, не знаю, у меня салфетки лежат просто. Давайте. Лёля, 1635 рублей. Так, смотрите, это у нас выходит на Лёлю. Так, давайте теперь у нас будет Миша. На Мишу самое первое мы покупаем корм Грандов. Корм у нас стоит 5000, ну может чуть больше, я буду считать, по-моему, 5000 за 12 килограмм. То есть мы пишем 5000 плюс. Так, потом плюс лакомство. Например, как, мы покупаем вот говяжью кость, вот прям даже в камеру не влазит, то есть она вот такая, и еще больше, больше, больше. То есть, ну, вот, смотрите. Кость прям огромная, вот такая вот. Вот, это у нас выходит одна кость, стоит 150 рублей. Давайте плюс 150. Потом плюс уже 5150 у нас. Потом еще лакомство, к примеру, я ему покупаю кости с сухожилий. Знаете, ну большие кости такие есть, маленькие вот, для маленьких собак, больше, больше, больше. Мы покупаем за 200 рублей ему. Потом, потом еще... О, господи, сейчас покупаем, к примеру, вот какие-нибудь дрессировочные лакомства. Это у меня выходит, ну, где-то на еще 150 рублей. У нас получается 5500, и большая часть это выходит на корм, так как он нормальный такой. Потом еще плюс консервы. Консервы я, бывает, покупаю, и где-то консервы у меня все. Вот я, к примеру, покупаю там ему на месяц одну большую консерву, вот где-то вот такую, вот там, 1 килограмм. Это у меня выходит на 250 рублей. У нас получается 5750. И это чаще всего так и выходит в Мишу на месяц. Но если, конечно, еще считать, сколько мы на него воды тратим, чтобы мыть ему полы. Ну, игрушки и все такое я считать не буду, так как игрушки мы не часто покупаем ему. Так, Миша. 5750. Вот столько получается. Теперь давайте посмотрим, сколько у нас выходит на Шустрика. На Шустрика у нас выходит... Давайте сначала корм. Корм у нас Биофар за 560 рублей. 560 плюс. Потом еще наполнитель где-то за 156 рублей. Плюс. Еще у нас идет сено. Оно 85 рублей стоит. 85 плюс. Так. Песок. Песок я покупаю где-то раз в 2 месяца, потому что ему хватает. Ну, давайте, к примеру, вот он в этом месяце заканчивается, я покупаю ему песок. Песок еще где-то плюс 250 рублей. У нас получается 1051 рубль выходит на Шустрика. А, давайте еще посчитаем. Плюс орешки, которые ему даю, лакомство там. Это где-то еще плюс 350 рублей. То есть у нас на Шустрика выходит... Шустрик. 1401 рубль. Так, смотрите.
И последнее, сколько у нас выходит на рыб. То есть, давайте корм. Корм где-то у нас, смотрите, у нас здесь два корма. Мы покупаем где-то вот 70 рублей, плюс еще где-то 140 рублей, потому что корма разные и стоят разные деньги. 210 рублей. Впрочем-то, это все, что выходит на рыб. Но мы же еще как бы им воду меняем. Но воду уже считать я не знаю, как и за сколько это денег. Так что где-то 210 рублей у нас выходит на рыб в месяц. Может, чуть больше. Так, рыбы равно 210 рублей. Ну, в общем, вот столько. А теперь давайте мы посчитаем, сколько у нас всего. 1635 плюс 5750 плюс 401 и плюс 210. Получается, в месяц у нас выходит почти 9000 рублей на все животные. Это достаточно много, но как животных много, я считаю, это нормально, так как Миша очень много ест. Вот, и на него могло и столько тратиться. Так что вот такой вот у нас итог получился. Я надеюсь, вам это видео было когда полезным. Даже не знаю, чем оно вам полезно было. Да. Я, в общем, показала просто, сколько у меня живут животные. Может, у вас так же. А если вы кормите свою собаку натуралкой, например, как Лёля, то это будет выходить гораздо дешевле. Вот. Но так как Лёля маленькая, Миша большой. Но мне бабушка говорила, когда у нее было две собаки, у нее сейчас только Герда, собака немецкая овчарка, ей сейчас 9 месяцев. Вот. Когда у нее была Чара, другая немецкая овчарка, она умерла вот от старости, 12 лет ей было. И Тишка еще был, дворняжка, ну вот размером, ну может, смотрите, сейчас как бы показать. Ну вот он был, наверное, килограмм так, килограмм так 20 весил, наверное. То есть не очень маленький, не очень большим, такая дворняжечка, вот. И на них обоих у бабушки выходило 2000 в месяц. То есть на овчарку, которая весит 50 килограмм, и на собаку, которая еще дворняжка, которая весит килограмм 20. И, по-моему, это достаточно хорошо. Шустрик, Шустрик. Очень дорого ты мне обходишь, Шустрик. Вот. В общем, если вам это видео понравилось, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока-пока-пока-пока!